Лига президентов, Лига Легалайз, еще есть NBA и FBI, Лига чемпионов и проигравших, Лига все чужие и где все наши, Лига знатоков, Лига, где все танцуют, Лига апперкотов, Лига поцелуев. А если кто не въехал, это Лига Смеха. Лига Смеха, как лекарство для души. Лига Смеха, смех нам продлевает жизнь. Всех с наступающим! Это Лига Смеха, это спецпроект, это Кубок Президента! Привет! Кстати, знаете, что хотел сказать? Чтобы снизить пафос сегодняшнего мероприятия, можно было назвать просто спецпроект «Кубок бывшего ведущего Лиги Смеха». Можно так. Можно было так назвать, да. Но тем, кто, собственно, любит игру в тему, можно назвать сегодняшний спецпроект «Новогодний беспредел». Если вдруг кто-то вспомнил, что прошлый спецпроект тоже так назывался, пусть будет сегодня «Новогодний беспредел 2». Давайте так. Обычно Лена покупает цветы. Ну ладно. Самое главное, что сегодня в третий раз эти замечательные сборные встретятся в этом спецпроекте. Давайте им поаплодируем. Сборная шоу-бизнеса! И сборная комиков. Но тренерский квартет каждой сборной я представлю персонально. Итак, сборная шоу-бизнеса. Тренер, дважды чемпион Игорь Ласточкин. Тренер-чемпион Оля Полякова. Тренер-чемпион Стас Баклан. И тренер-джокер Владимир Дантес. И, собственно, сборная комиков. Тренер-чемпион Сергей Сивоха. Тренер-вице-чемпион Юрий Ткач. Тренер-полуфиналист Гарик Бирча. И тренер-обладатель летнего кубка Лиги Смеха, моя подружка Елена Кровец. Замечательный тренерский актет. Теперь давайте поаплодируем. Вы же видите всех лигосмешников, которые вошли в команду и комиков, и в сборную шоу-бизнеса. Давайте им поаплодируем. Сегодня будет супер-мега-пушка-игра, которую, собственно говоря, будут судить не менее супер-мега-пушка-люди. По традиции мы записали видео представление каждого из членов жюри, поэтому, пожалуйста, внимание на экран. Влад Яма, тренер 4-го сезона Лиги Смеха. С командой «Гостиница 72» дошел до финала. В 5-м сезоне выступил в роли тренера Джокера, а также сыграл с Николь Кидман в летнем кубке. Очень смешно. Влад, ну просто нам интересно, что ты вообще решил побриться? А вы не знаете? Нет. Я просто ненавижу. Ненавижу все, что выше бровей. Я бы и брови сбрил, но тогда я не смогу наигранно удивляться в танцах со звездами. Вау. Да, вот так. Екатерина Кухар впервые появилась в Лиге Смеха в финале прошлого сезона в качестве приглашенной звезды. В этом сезоне дебютировала в качестве тренера Джокера. А кто это такие? А, позвольте, я вас познакомлю. Элизабет, моя жена. Это я так комара убила, джентльмены. Я их обычно тыльной стороной ладошки убиваю. Сергей Бабкин в Лиге Смеха дебютировал в этом сезоне на музыкальном батле в полуфинале. А на финале выступил уже в качестве приглашенной звезды. Чего звука нет? Я просто в чехле. Ну
Так сними чехол. Я не буду перед цим залом расчехляться. Наталья Могилевская. В «Лиге смеха» дебютировала 4 года назад на музыкальном батле. В этом сезоне отбомбила тренером в Слобожанской «Лиге смеха» в Харькове. А также сыграла с винницкими в летнем кубке. Так, а теперь пойте гимн «Лиги смеха» и прыгайте на одной ноге. Лига звезд, лига наций, лига грез, лига папарацци. А теперь пойте с препятствиями. Лига звезд, лига наций, лига... Стоп! А Полякова такое делала? Да, но она была без каски. Александр Усик. Непобежденный боксер-профессионал. Абсолютный чемпион мира. Гордость Украины. В «Лиге смеха» замечен не был. Поэтому сегодня традиционно отгребет по полной. Но может ответить. Сань, давай начнем с тебя, чемпион. Тебе слово. Скажи, пожалуйста. Александр Усик, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо ребятам, что пригласили. Я чуть-чуть волнуюсь в качестве судьи выступаю, но я постараюсь. Я просто вас всех смотрю часто в интернете, так что я знаю, где я нахожусь. Спасибо. С Богом. Кто-то еще? Я хочу сказать спасибо, Сереж, огромное, что, за то, что я сегодня здесь. Я обожаю «Лигу смеха», обожаю всех вас. Я всех вас знаю, с каждым знаком уже давно. И это счастье. Я благодарный зритель, вот, и буду получать, наверное, максимальное удовольствие. Я знаю это. Я знаю. Да, молодец. Ребят, приятно, что то, кому достанется кубок президента, сегодня решают певцы, танцоры и боксер. Но если решение будет общим, то как Саша скажет, так и будет. Команды, мощнейшие удачи. Я уже получаю удовольствие от, просто от того, что вы на сцене. Круто, спасибо. Жень, у меня есть один кубок, уже есть Мухаммеда Али, а президента нет. Так что, пацаны, извините. Пожалуйста. Надо. Добрый вечер, дорогие зрители. Добрый вечер, профессионалы и звезды. Я хочу пожелать нам всем сегодня наслаждения и чтобы было такое классное настроение, чтобы вы еще даже шутить не начинали, делали только первый шаг на сцену, а зал уже просто умирал от смеха. Хорошего настроения. Спасибо. Кать. Всем добрый вечер. Ну, вчера у меня был спектакль в Бельгии, ночью я улетаю в Америку, а сегодня я решила отдохнуть от балета и привела свои ноги немного посмеяться. Поэтому, дорогие мои, мои ноги к вашим услугам. Олечка, сегодня и мой тоже. Смотри, я специально оголила одну ногу. Так что вставать мои ноги будут только на самые лучшие номера. Удачи! Да, спасибо большое. Еще об одном важном моменте. Значит, первый раз эти команды боролись за кубок, который выглядел как корова. Второй раз тазик оливье. Какой кубок будет сегодня, мы узнаем в конце игры. Всем удачи. Слава Украине! Вперед за кулисы готовятся!